что, мы продолжаем наше утро. Это «Говоря обо мне». С Надей Евгеньевич. Надя Евгеньевич, большой привет. Катюша Субботина тоже. А мы принимаем гостей. И теперь принимаем гостей к вашей чашечке кофе по-взрослому. Потому как люди у нас сегодня мало того, что очаровательные, еще и очень содержательные. Люди, которые несут красоту и совершенство в мир. Ну, а также еще, помимо всего прочего, добро. Ну, о позитиве я даже не говорю, потому что это абсолютно очевидно. Нас можно не только слышать, но и видеть. И если вы не подключились к нашей детской программе «Утренние звездочки» с 9 утра, то, пожалуйста, сейчас не провороньте. Roysay.fm. И не только смотрите, слушайте, но и смотрите. Сегодня у нас Евгения Бортник. Есть у нее и Chess Academy, да, понимаете, то есть это красота и ум сразу. А еще она основатель международного конкурса красоты и талантов. Представляете, не только красоты, это очень-очень важно. А конкурс этот называется «Lady of the World». И это и телешоу, да, и конкурс красоты. Ну и сейчас, конечно же, Евгения поздоровается с нами и представит, кто еще с ней здесь. Ребята, с корабля на бал, потому как только-только с самолета. Здравствуйте всем, доброе утро. Всем желаю хорошего дня. Мы прилетели прямо из Майами к вам. И сейчас с нами в студии наша Ольга, наш главный визажист, стилист нашего проекта. Моя опора и поддержка. Вот у меня есть такие, знаете, как три черепахи, три кита. Мой муж, моя подруга лучшая, и Оля вторая. И, в общем, у нас три мои опоры, три моих столбца, которые меня держат и помогают нести все, что я делаю, все выше и выше и выше. Вот это тебе повезло. Да. Вот это да. Женя, это действительно мало того, что в тебя поверили люди, еще самые близкие с тобой в одном деле. Да. Сейчас мы опровергаем поговорку «Никогда не работай с друзьями и близкими». Да? А у тебя получается наоборот. Вы знаете, для того, чтобы прийти к этому, я прошла и через некоторые трудности, связанные также с родственниками. Поэтому это всегда может быть плюс, может быть минус, но... Как бы, да, мне надо было совершить какие-то ошибки, чтобы понять, принять и сделать выводы. Мы не будем говорить, в каком месте будет проходить то, для чего вы прилетели в Нью-Йорк сейчас, хорошо? Хорошо. Информацию можно будет посмотреть на сайте, который ты сейчас назовешь, именно где и что будет проходить. Но вот что, для чего вы прилетели в Нью-Йорк буквально на пару дней? Вы даже не представляете, что сейчас будет за сенсация для всех нью-йоркских умниц и красавиц. Мы приехали с Оленькой на кастинг, на очередной кастинг нашего проекта. Это кастинг красоты. Он будет в двух днях проходить. В первый день мы будем снимать видеоинтервью, визитки всех участников проекта, желающих девушек, партнеров, всех, кто захочет к нам присоединиться. И во второй день это будет фотосессия, специально сделана для девушек, пришедших на кастинг, потому что не каждый может пройти. Место, конечно, ограниченное количество, и мы бы с удовольствием взяли всех. Но это как бы все равно конкурс, поэтому мы будем проводить для каждого кастинга, мы делаем специальные фотосессии на память о том, как бы ни сложилась судьба, но у них останется все равно приятное впечатление о том, что они... были с нами в эти два чудесных дня. Ничего себе, как это красиво, как это глобально. А возраст как-то ограничен участниц? И ограничены ли они мисс или миссис? А это вам расскажет Ольга. Спасибо. Да, Олечка, продолжайте. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, ближе микрофон. Да. Всем здравствуйте. Да, мы сегодня прилетели из Майами, привезли вам солнышко сюда немножечко. Вот, и у нас, да, есть ограничения по возрасту, у нас от 21 года до 45, так как у нас две номинации, это мисс и миссис, поэтому у нас будет от 21 до 35, от 35 до 45, поэтому все девушки смогут поучаствовать.
насладиться этими моментами. Uh-huh. Вот. И по поводу фотосессий, которые проходят у нас на каждом кастинге, да, с нами работают дизайнеры, нам предоставляют платье, поэтому у нас это не просто как бы фотосессия для девочек, а это именно мы подготавливаем, почему я езжу все время как бы с Евгенией на эти фотосессии, потому что я готовлю девочек, мы готовим полностью образы, и они могут ощутить себя, уже не находясь еще как бы на сцене, uh-huh. но уже побыть королевами рядом uh-huh. с королевой. А я только маленький еще вопрос задам в проброс, прежде чем мы дальше продолжим разговор на эту тему. Требуется ли какой-то паспорт прививок или какой-то тест о том, что с короной, потому как визаж и непосредственная близость, да, и фотографии, это значит платье, это тоже примерки, то есть это такой момент? Да. На самом деле, прямо сейчас мы уже этого не требуем, потому что у нас уже во Флориде вообще сняли ограничения частичные, и если этого не требует правит помещение какое-то, или владелец, owner какого-то uh-huh. бизнеса, да, может это клиника, может быть, или магазин, где, если вас попросят, мы, ну, обязуемся одевать, но нам неудобно, так как мейкап в любом случае нам приходится делать на открытом лице, да, да. И, в принципе, у нас... уже как бы вся паника с пандемией прошла. Uh-huh. И сейчас мы уже как бы не требуем, хотя когда мы летали раньше, мы сдавали тесты обязательно на перелеты, одевали масочки с собой, но сейчас уже полегче. Уже как-то оживает все. Вот такие смелые девчонки из Майами, но глобальное дело делают, и тем более, если это впервые после... такого длительного периода, когда мы только мечтали об этом и ждали этого. Хорошо, весь этот час мы проведем в красоте и совершенстве. Евгения Бортник и Ольга Аниська, которые привезли сюда информацию, и это вообще большое дело, кастинг на конкурс красоты. Вот прямо сейчас, в эти два дня, суббота и воскресенье. Сайт скажите, куда зайти, и мы прервемся на рекламу. ladystheworld.com или наша страничка в Инстаграме. Lady of the World тоже. Uh-huh, uh-huh. И это же не первый раз уже конкурс проводится? Нет, он проводится именно первый раз. Uh-huh. Просто я уже многократная победительница вот. Конкурсов красоты. Вот. Я к этому шла много лет, потом я занялась бизнесом, семьей. И вот сейчас, как раз именно когда закончилась пандемия, мне кажется, это тот самый момент, когда нужно начать эту многовековую историю, потому что я прям сплю и вижу, как спустя миллион лет проходит этот конкурс. Я уже давно ушла туда наверх. И это очень замечательно, когда люди будут об этом говорить, нести красоту в мир вперед всегда. Несомненно, Lady of the World. Ну что, ну сегодня основатель конкурса «Леди мира», телешоу, конкурс «Lady of the World» Евгения Бортник и Ольга Аниська, главный стилист и визажист шоу, а также, я так понимаю, партнер проекта, да и самая близкая подруга. С самого начала, да, удивительно, что девчонки не конкурируют, а наоборот созидают. Самое, наверное, страшное, это когда приходится преодолевать какой-то поток. Будь то ревность, будь то виноватость, чувство вины, да, это тоже такая штука. А у вас как раз все направлено на красоту. Правда, Женя тут уже призналась в первую часть нашей программы, что ни один конкурс красоты за спиной, и победитель она ни в одном конкурсе красоты. Теперь у нее семья, дети, и вот поэтому она пошла по этой стезе и решила продолжать это замечательное дело. А ведь всего пришлось повидать, правда? Да. Это да. Такое настоящее, знаешь, мурашки. У музыки нет абсолютно никаких характеристик, которые бы подтверждали, что музыка хорошая или музыка плохая. Мурашки. А у тебя твои идеи, да? Вот я тоже сейчас видела корону, видела, да. Как наши ребята из «Утренних звездочек» фотографировались с вами, примеряли эту корону. Корону, которая... Ой, вы сейчас о короне тоже отдельно расскажете. Да. Давай сначала о твоем пути. Итак, а что за конкурсы красоты, в которых ты побеждала? И всегда ли дорога была усыпана розами? Или все-таки иногда шипы на розах встречались? Все
встречались, конечно, не только шипы, камни, булыжники, горы. Было все. И это много. Это международные конкурсы красоты. Они проходили в Риге, в России, в Европе. И я вот как-то колесила, все. Проходила отборы. Я проходила на Мисс Беларусь 2 раза до 3-го этапа. Но опять-таки путем каких-то не сложившихся звездных дорог мне не посчастливилось стать финалистом этого шоу. И я об этом очень мечтала в детстве, вот очень. И потом поняла, что придет в свое время, и я буду рваться не в участники, а буду рваться в руководители такого шоу, для того, чтобы доказать всему миру, что есть чистота, есть доброта, есть свет, есть любовь, и в это надо верить, потому что зла очень много, проблем очень много, тяжелый этот мир, и вот эти все проблемы, пандемии, войны, ну сколько уже можно, и когда со временем, вот особенно 10 лет назад, да, начала очень портиться важность ношения короны для женщины, потому что каждая женщина, она королева. И начали люди переносить это все в бизнес. Это сильно так вот все акцент на деньгах делать. И вот ценность той самой короны, она просто потерялась. И я хочу доказать всему миру, что это не просто какая-то железка. Это надо заслужить, но это можно носить с гордостью, вот с чувством собственного достоинства. И при этом каждое утро, смотря в зеркало, примеряя корону, пятницам, говорит себе: я королева. И идти в жизнь со светом и с чистотой в душе и в глазах. Как же ты сейчас красиво сказала. А как же это красиво. То есть важен не результат, а сам процесс. Важно, насколько чисто ты прошла, и как здорово, что ты не победила в тех моментах, которые заставляли тебя идти на компромисс в этих сложных, да, ситуациях. И я думаю, что ты победила, потому что ты осталась собой, и ты решила делать это так, чтобы показать и всем, и людям, и девчонкам, что да, вот давайте-ка через добро. Поэтому называется «Леди мира». Поэтому это красота и вообще совершенство во всем, да, ум и свет, и энергия, это чистая и материнская, и просто девичья такая. Здорово. Очень красиво написано на сайте. Сейчас еще раз мы сайт произнесем, да, хотя у меня тут все распечатки имеются, все очень красиво. Некрасивых женщин нет, но есть женщины, которые не знают, что они красивы. Вивьен Ли это сказала, эта цитата висит прямо вот на первой страничке. Да. Не знают, что они красивы. Речь идет об уверенности в себе, речь идет о том, что поверить тем, кто рядом. Речь идет о том, что не бояться быть собой, потому что самая страшная фраза – «будь собой». Это так страшно. А вдруг меня недостаточно? А вдруг я недостаточно хорош для той ситуации, в которой меня призывают быть собой? Да? Вот как, на твой взгляд, человеку, прошедшего уже множество конкурсов красоты, это тоже компромисс – остаться собой или подстраиваться под ситуацию? Знаете, я научилась делать все и подстраиваться под ситуацию, и находить компромисс, но при всем при этом я реально осталась собой. Я не могу измениться, я не могу, вот, как сказать, я не могу любить наполовинку, я не могу дружить наполовинку, я не могу делать свое дело наполовинку. Когда мы начинали вот и школу, и конкурс, да, мы с Олей днями и ночами на телефоне, на смс-ках, мы там все пишем, всех обзваниваем. И на самом деле начинать проект было страшно, потому что, что я сказала, а вдруг, ну, как и Майами, когда вся страна, наша вся планета, это маленькая деревушка, где все друг друга знают. И я так подумала, а вдруг как-то это не оценят все-таки, опять-таки конкурс. И Оля тогда, смотря мне в глаза, сказала: ты знаешь, что ты делаешь? Сейчас мы начали звонить всех своих знакомых, всех друзей, всех, просто всех, и рассказывать про проект. И оказывается, в мире у нас сейчас там команда больше 30 человек работает над проектом. Всем это стало так интересно. И главное, что можно не просто не потерять себя. Девушка, она не знает, что она красива, потому что ей не говорит рядом любимый мужчина. Ей забывают сказать родители, потому что они пытаются исправить свои ошибки и при этом забывают, да. Дети вырастают, подростки прыщи там бегут, забывают, что маму они любят. И надо просто
достучаться до сердец не самих участниц, а до сердец их семей, потому что самое главное в нашей жизни – это наша семья. Если бы вот не моя семья, да, не мой брат, не мама, не муж, не моя Настя, то есть не Оля, это вот есть люди, которые в моей семье, они не кровные родственники, но это моя семья. И так же, как они поддерживают меня, я всегда буду поддерживать их. И я хочу, чтобы все люди, когда вот участницы приходили на конкурс, они борются сами с собой. Они преодолевают ужасное чувство страха, сцены и многих вещей, над которыми они работают. С ними работают психологи в нашем проекте. И очень-очень важно, чтобы вот люди, которые рядом с вами, все-таки вас услышали, поддержали, обняли, приголубили, сказали: «Да блин, у тебя все получится! Да все!» Да, это, Женя, знаешь, есть такое выражение, да, если ты нашел свою стаю, то даже какая-то твоя глобальная ошибка будет, ну, ничего. Вот сейчас мы пройдем и все. А если ты не в своей стае, как ты называешь своей семье, то самый маленький такой, как споткнулась, это будет каким-то глобальным, чем-то ужасным, и это все в тартарары полетит. То есть... Когда тебя видишь, не возникает вопроса, хватит ли тебе энергии этот конкурс красоты и совершенства сделать. Вопрос был, хватит ли света. Вот теперь, когда ты говоришь, на чем базируется твоя сила и энергия, я понимаю, что силы хватит, и силы хватит с лихвой. Прежде чем Оль продолжит, я хотела напомнить, что отбор финалистов и здесь, в Нью-Йорке, и в Торонто, и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, и в Таллине, и в Минске, и в Москве, и после этого Майами финальный конкурс. Да, то есть это действительно леди мира. Целый год идет подготовка к конкурсу. Целый год. Каждый месяц что-то у нас происходит, какие-то мероприятия, оно так нарастает, как снежный ком. И в ноябре будет бум. Приглашаем всех к нам. В ноябре. Майами, ноябрь. Олечка. Да, я хотела добавить вот то, что Евгения говорила, и по поводу того, что сейчас вот именно время пришло, когда все женщины могут быть самими собой. Это время, и в это время именно пришли мы, для того, чтобы вот создать такой конкурс, который показать именно всему миру, чтобы женщина не боялась быть собой, чтобы она ощутила все прелести этой жизни. Вот. И на самом деле, когда вот это все случилось, вот начали нас поддерживать очень много людей с разных стран, и мы реально поняли, что мы не одни. И вот, как Женя говорит, семья, и вот семья разрастается настолько, что люди с разных стран, со всего мира нас поддерживают. Это настолько очень тепло, приятно, и можно наслаждаться этим, что люди даже во время пандемии, они не забывают о том, что... можно помогать друг другу и быть вместе, да. Вы знаете, вот мы тут говорили уже в эфирах, когда был карантин, когда нельзя было встречаться с людьми и видеть их, что у нас произошли глобальные изменения у всех, даже у тех, кто хорохорился и говорил, что нет, ничего не произошло, это все придумано. Мы жили в какую-то эпоху максимума, и все по максимуму, если красота и совершенство, то это деланная красота, да, вот будь собой, не выходит, потому что стандарты другие, нужно обязательно соответствовать им, и, естественно, все эти искусственные ухищрения, которых порой не скажешь, просто потом это уже становится видно, это были в приоритете. Когда грянула пандемия, то начался формат минима. Когда нельзя было ходить в салон красоты, когда все это можно было, ну или там тайно как-то проползать туда, или там что-то такое самим выдумывать, да? Да. Так вот это время вычислило оптимум, когда оптимально для каждой женщины внутри состояние не баланса, а гармонии. Когда вот этого уже не нужно, подстраиваться не нужно под эти стандарты суперкрасоты, действительно и себя не ронять, держать, нести, и в то же время вот соответствовать. Мне кажется, что у вас вот это как раз направленность и есть. Что внутри этих конкурсов находится? Хотя, прежде чем к этому сейчас подойдем, спрошу еще вопрос. Оль, ты видела свою подругу Женю, Евгению Бортник, до того, как она тебе сказала об идее конкурса красоты. Ты видела ее во время, когда она тебе говорила об этом, и ты разделила это. И ты видишь, как она после того, как впервые поделилась с тобой этой идеей, изменилась. Изменилась она? Расцвела она? Что она?
Ну, даже не могу сказать. На самом деле, она вот как говорит, что она осталась такая, какая она есть, у нее всегда этот был запал. И, наверное, благодаря вот этой искре, вот этому позитиву, вот этому стремлению вообще, как бы, да, давать миру добро, красоту, он не поменялся. Он только увеличивается, все больше и больше становится. Ты сказала, у тебя дети. Значит, не один. Какие? Сколько у тебя детей? Ну, вообще, у меня большая детская семья. Значит, у меня есть мой главный ребенок. Это моя дочь Диана. Ей год и 10 месяцев. И она уже у меня вообще супер акробатка. Детский конкурс красоты не за горами, понятно? Он прям в следующем году начинается. Хорошо. Потом мой брат, ему 15 лет, и он считается мне как ребенок. Я его тоже очень люблю. И самое главное, дети – это мои ученики. В общем, нашей школы. Чес-академии, да? Да, бортник Чес-академии. Мой муж преподает, но он чемпион мира и гроссмейстер. И, ну, как-то... Кто у нас муж и волшебник? Чемпион мира и гроссмейстер. И вот когда мы приехали в Америку, изначально, вот прям мы сначала приехали в Техас, там все как-то не пошло, и климат не пошел. Когда мы прям переехали сами за рулем в машине в Майами, мы так сели, думаем, что же нам делать? Саша такой: я хочу играть турниры. Я говорю: а еще кормить семью. А он такой: так, надо что-то делать. Ну что ты предлагаешь? Я говорю: может, школу? Это была моя мечта. А он такой: давай-ка я ее исполню. И мы открыли школу. Ну, это правда, если посмотреть мое интервью. Если мое интервью посмотреть, там, 2013 годов, я говорила, что я мечтала открыть школу с акцентом на изучение культуры страны, там, иностранных языков. В общем, чтобы воспитывать прям интеллигенцию, потому что дети, вот, я видела, когда росла? Во дворе курили, что-то там пили, ходили, в общем, так как-то... А где ты росла? В Белоруссии, uh-huh. Вот там... Минск? Минск, Гродно, Мозырь, прям вот все, uh-huh, вот везде. Uh-huh, uh-huh. Да, было очень хорошо, но при этом, когда я мимо где-то шла, я видела вот таких дворовых деток. Как хорошо, вынесла тебя вот эта твоя волна света, да, куда ты стремилась, и вот теперь вот да, ты воплощаешь. Я вот прямо мечтала такую школу открыть, но опять-таки в связи с какими-то звездами... Не получилось это сделать в Беларуси, но когда мы приехали вот в Америку, и когда я Саше об этом сказала, он сильно долго не колебался, в общем, он сказал: знаешь, ну если как бы это твоя мечта, в принципе, хорошая идея, ну давай-ка мы начнем. Вот и мы начали делать, за 20 дней мы выстроили школу, открыли, она уже 3 года успешно работает в Америке и обучает классных детей. И дети у нас клевые, и родители там клевые, вообще мы с ними там турниры устраивали до пандемии, и они даже чемпионы у нас. А вот знаешь, я так понимаю, что сейчас мы будем говорить по структуре вашего конкурса, что там за номинации, да. Когда сроки, какие этапы, но Lady Inspiration, ты уже сейчас абсолютно точно титул взяла, потому что рассказав историю и школы, и твоих отношений прекрасных с мужем, и того, что, собственно, происходит у тебя в мире, ты абсолютно точно вдохновляешь всех. Нет там у вас Lady Inspiration? У нас просто конкурс красоты будет не за 3 года, он уже за год у нас просто. Да. Ну хорошо, значит, опять же, прежде чем мы сейчас расскажете вы о сроках и о структуре, что там за номинации, о короне, пожалуйста. Во-первых, покажите ее. Во-вторых, что это за уникальное чудо ювелирное, и оно сделано специально, она такая тяжелая, она такая красивая, и вот это как раз это. Корона будет передаваться, да? Нет, не будет. Не передаваться. Для каждой участницы. Это, во-первых, моя личная корона. У меня их 6, и вот она... У меня их 6, она сказала. Да, ну муж волшебник, извини за вопрос. Да, я просто забыла. Кстати, я их заработала до брака. Ага, то есть тебя с коронами, с 6 взяли. Да. Смелый мужчина. Вот, и когда... В общем... Когда это моя корона, вот я призвала просто тяжела показать. Тяжела шапка, да. Мономаха? Да, тяжела. Да, ее надо уметь носить, надо нести ее гордо, достойно. И главное, вот прямо с чувством собственного достоинства. Mm-hmm. Вот это главное, потому что девочки об этом забывают. Со особенно женщины. Вот это всей... Они работают, они стараются пытаться помочь как-то семьям. Да, вот этот быт, бытовуха затягивает. И когда, говорила моя мама, когда быт стучится в дом, любовь выпрыгивает в окно. Вот я 5 лет в браке, я считаю, что это уже вообще конкретный успех. И прямо у меня идеального образца семья. Но есть, понятно, разные моменты в жизни складываются. Но вот то, как ты это все несешь, и как вот
все переносишь, вот перевариваешь, переделаешь. Я же тоже учусь, я же тоже делаю ошибки, да, и там борщ варю, пересолю, ну что делать? Вот, поэтому... Ну, это влюбилась, это хорошо. Да, ну как бы... Может, так порадоваться, может. Были разные, да, моменты, но вот именно короны нас как бы и связали, да, потому что я пришла как гость, вся в обмундировании, в амуниции, на турнире мы с мужем познакомились на чемпионате, поэтому я вот всегда ношу, даю девочкам померить, потрогать, знать, что это такое, и вот эти короны у нас для каждой участницы будут свои. А их, это ручная работа, их делает девушка из России сама, прям каждую короночку, каждую камешек, каждую штучечку она делает своими ручками. И у нас будет каждая номинация мисс, миссис, да, и вот вечно молодой, как мы говорим, после. После. А, подожди, это уже после 45 тоже можно участвовать? Да, это как бонус. То да, это как бонус. Женщины могут после 45 вот... прийти к вам. Спасибо. Конечно. Потому что я знаю очень много красивейших женщин, которые... Да, поэтому вот мы делаем... Просто есть стандарты какого-то конкурса, но мы именно делаем для того, чтобы девушки могли... прям каждая могла прийти, попробовать, попытаться, ощутить и получить. Поэтому у нас будет... В каждой номинации свое гран-при, будет первое, второе, третье, четвертое место, мисс зрительских симпатий, ну и, конечно же, какие-то особенные номинации для каждой участницы, потому что каждая хороша в своем. Отборочные туры, помимо сроков, вот которые сейчас, пожалуйста, вы обозначите, что еще включает туда, какие умения, знания, помимо того, что нести себя и будущую корону, нужно там продемонстрировать? Давай. Интеллектуальный тур, выиграть шахматный но турнир. У нас на самом деле конкурс сам, он по себе социальный конкурс. И у нас могут участвовать любые женщины. Женщины со всего мира, женщины любых национальностей, женщины любых сфер деятельности. И мы хотим, чтобы каждая женщина, девушка могла рассказать о себе, рассказать то, чем она занимается, и что она хочет, какой вклад вообще в этот мир внести. Они готовят социальные проекты. Да, у нас социальные проекты. Девушки, которые помогают детям в Африке, девушки, которые помогают женщинам, которые были в тяжелых отношениях. И у нас даже на фоне этого всего конкурса образовалась выставка, посвященная именно вот таким женщинам. Запретный плод сладок. Да. И у нас одна из участниц, она арт-директор, она занимается искусством, и она представила свой проект, и он нам так понравился, что мы решили сделать выставку всех художниц, женщин, которые присылают прям картины со всего мира, да, почтами, там, через специальные штуки, мы будем выставлять эти картины вот в поддержку этих других, то есть один проект держит другой, да, картины выставляем, да, будем делать аукцион, продаем, собираем деньги на крема для детей в Африку, собираем, везем, как бы, да, вот, в общем, одно за одно цепляется. Там он очень большой, его невозможно ни в час, ни в пять минут. Его уже остановить невозможно. Невозможно не остановить ни сам проект, плюс нам, мало того, нас еще и поддержало телевидение снимать, да, то конечно, есть все очень люди как-то настолько сплотились, и да, оно так закружилось, что у нас прямо каждая женщина, она будет готовить вот свое видео, даже послание для женщин. Я им всегда всем говорю, вот представьте, что мир взорвался, а вы одна стоите и понимаете, что сейчас вот все, потухнет свет, а потом искра, и заново зародится мир. И что бы вы пожелали зарождавшемуся миру, вот новым женщинам, новым, вот новому всему? И вот они это готовят, то есть они там прописывают текста, спрашивают, что-то готовится. Ой, как это красиво. А девочки, тут так много сообщений по поводу того, что куда можно написать. Пожалуйста, назовите сайт, пожалуйста, дайте контактную информацию. Контактная информация, сайт. Так, контактная информация. Где, сейчас заявки еще можно подавать, да? Да, конечно. Значит, номер телефона 956-651-5463. Я сейчас попробую на русском. 956-651-54-63. Это мой личный номер телефона. Ого! Скажи, вы прямо звоните. Это конкурс красоты, который на русском языке, на английском языке, или все-таки это язык мира, английский? Это английский. Но он как бы вообще не важно. Всегда у нас будут дублеры, переводчики, помощники. И я же тоже сюда приехала, не знаю языка. Я вообще не знаю, как мы все это делаем. Мы просто чудесные девушки. Да, с волшебником мужем. Да, и сайт называется ladytheworld.com. Lady the, of the.
Нет, просто, просто. The World. Ladies the world.com. Ну что, девочки, немного позвучит музыка, и мы сразу же вернемся. А мы потанцуем. Конечно. Ну что, у нас осталось несколько минут. Вот программа «Говоря обо мне». Сегодня мы меняем мир. Мир меняем в сторону красоты и совершенства. Меняем потому, как люди, которые у нас сегодня на программе, они как раз занимаются именно этим. Евгения Бортник, человек, у которой 6 корон красоты, и которая решила в какой-то момент, обзаведясь семьей и детьми, делать так, чтобы девочки, которые стремятся к красоте и совершенству, нашли свою дорогу. Можно зайти на сайт ladytheworld.com. Именно там прочитать «Некрасивых женщин нет, но есть женщины, которые не знают, что они красивые», Вивьен Ли цитату. И, конечно же, посмотреть во всех условиях. Еще у нас Ольга Аниська. Это те вот как раз люди, которые создали конкурс красоты «Леди мира». Это не только красота. Это действительно совершенство духа, совершенство души, сердца. Вы можете продемонстрировать все то, что, собственно, есть в вас, но не только в качестве демонстрации, а именно примкнуть к этому потоку света, примкнуть к этой энергии добра и сделать очень многое, изменив мир, начать с себя. Расскажите, что сейчас в Нью-Йорке конкретно будет происходить и что будет дальше? Что у вас за партнеры? И почему, так как в конкурсе красоты этом и Торонто, Санкт-Петербург, Киев, Таллин, Минск, Москва и Нью-Йорк, и финал в Майами в ноябре, мы надеемся, что будем партнерами. Да, особенно наша программа. Да. Итак, значит, конкретно совершенно вопрос, который прозвучал. Куда сейчас в Нью-Йорке девочкам нужно успеть и женщинам попасть, потому как с 21 года до 45 лет это рамки возрастные, но и после 45 лет, если вы чувствуете, что вы хотите туда попасть, то это тоже к вам, уважаемые красавицы. Пожалуйста. Да, я еще хотела добавить, да, по-моему, это говорил Достоевский, что красота внешняя невозможна без красоты внутренней. Uh-huh. Вот наша цель — это вот это. Uh-huh. Открыть внутреннее и показать, что внешнее обязательно должно сочетаться с внутренним. Ну, там еще была прекрасная фраза «Заговори, чтоб я тебя увидел», да? Да. То есть, когда ты красив, это еще, да, хорошо. Но это уже не Достоевский. Да. Хорошо, давай. Значит, обязательно сегодня, кто может, бегите, летите, здесь недалеко. Вам надо добраться до Караоке Вайс, и мы там вас встретим, потому что там сейчас всех встречаем, и оттуда будем двигаться дальше. Если у вас будут какие-то вопросы, Lady the World, Instagram, или мой номер 956-651-5463, пожалуйста, звоните, пишите, приходите, мы вообще всех очень рады видеть, и кто знает, возможно, сегодня именно твой шанс. Мы летели сегодня такой сумасшедшей поездкой. Мы думали, что мы летим одними авиалиниями. Потом полетели другими авиалиниями. Чуть не опоздали на самолет. Мы чуть-чуть не потеряли багаж, но мы сели, прилетели, успели доехать, потому что нет ничего невозможного. Потому что все наши мечты сбываются, и мы должны были сегодня успеть. Mm-hmm. Хотя могло случиться все, что угодно. Да? Могли и рейс отменить. На какие-то условия нужно специальные, чтобы попасть на конкурс на этот? Нет, обязательно надо заполнить анкету, либо заявку, либо позвонить, записаться, да, на сайте, либо просто вот если вы сейчас вы доедете до нас, мы там на месте вам все дадим, подскажем, поможем, потому что будем брать у всех интервью, и никто не останется без внимания, это точно, никого не потеряем. Ladytheworld.com, вот там нужно заявку, и там же есть все условия и адреса, где проходят кастинги, и когда, в какое время. И когда, и время, да, финал будет с 1 по 7 ноября в Майами, и 7 дней девочки будут жить, но об этом сейчас вам расскажет Ольга, и пока я не забыла, самое важное, я должна это сказать. Lady of the World однажды, Lady of the World навсегда. Это наш девиз. Это на, оно, смотрите на урожке. Это так сложилось вот из вот месяца в месяц как-то все происходило. И вот политика конкурса и мероприятий, то, что это будет из года в год продолжаться нарастать, это будут и детские конкурсы, и женские, и по профессиям. То есть это будет настолько развиваться большой прогрессии, прямо арифметической, наверное, так правильно бы сказать, что не будет такого, что ты выиграла и забыла. Угу. Каждая участница, каждый победитель будет собираться делегацией, мы будем их возить за границей в какие-то интересные поездки, в какие-то благотворительные фонды создавать. То есть мы прямо сейчас даже призываем людей, у кого есть возможность,
Купите баночку крема, найдите мой номер телефона и пришлите мне его домой. Я собираю огромные коробки для вот действительно детей. Крема, из Африки, детского крема. Крема для загара, потому что это детки-альбиносы, которых бросили родители. И у нас одна из участниц наша, она помогает вот такой женщине в Африке строить этот дом для этих брошенных детей. И мы для них собираем, то есть, ну вы покупаете для себя, идете загорать, не знаю, едете на пляж, купите вторую баночку, я вам даже доставку оплачу. Ну просто отправьте, да. Ladiesworld.com, это сайт, на котором можно всю информацию тоже получить. Да. И там же контактная информация, если нельзя поймать из воздуха, если вы за рулем, ее номер телефона. Да, все просто есть. Просто запомните Ladiesworld.com. Да. И в общем, любую помощь, которую вы, если... У людей есть в сердцах, и у вас что-то остается, пожалуйста, просто свяжитесь как-то с нами, мы все заберем, соберем, и мы это после финала конкурса, это прям отдельная передача будет сниматься про это, и мы повезем вот в Африку этим детям. Вот все, а все, в Москве в какие числа проходит кастинг? Весь июнь я буду в Москва, Питер, Минск, июль. На английском языке, на русском языке не имеет значения? Вообще не важно. Нам желательно, конечно, все страны охватить, у нас уже несколько стран, у нас уже есть заявлены Казахстан, участницы, да, есть у нас и Беларусь, и Украина, и Россия, и пару американских девушек, то есть мы ждем всех. Да, когда во всех странах и городах пройдут кастинги, и уже только после этого уже закончится подача заявок, поэтому, девочки, спешите сейчас заполнять заявки, писать нам, звонить, и мы Больше половина набрана. Уже набрано. У нас осталось уже буквально, на самом деле, мы оставили места уже для девочек, которые из других стран, поэтому... Если там не получится, сейчас, да, проблемы с визами, но у нас есть еще поддержка, мы помогаем девочкам, мы отправляем приглашение, поэтому, если будет возможность, откроется посольство, мы всегда сможем поддержать, это не то, что там от нас будет приглашение и можно будет приехать. Также хочу дополнить, что сам конкурс будет проходить неделю. Он будет проходить, девочки будут жить на вилле, они будут заниматься с ними, будут хореографы профессиональные, будут психологи. У нас каждый день расписан, каждый час. У нас будут поездки на яхтах, у нас будут тренировки с чемпионами мира по фехтованию, бокс. Шахматы? Будут шахматы. От волшебника? У нас будут поездки в спа-салоны. У нас очень-очень большая программа, поэтому девочки смогут... Ужины. Да. Ужины в ресторанах, будут фотосессии, спортзал, у нас будут тренировки по 4 часа в день. Девочки просто оттуда выйдут, на самом деле, не просто они прошлись, одели платье красивое, прошлись по подиуму, да, они получат все навыки настоящей леди, которая сможет просто выйти уже потом за пределы этого конкурса и наслаждаться тем, что они получили. Нести себя. Они будут нести себя. Вот, не просто идти. Даже не то, что нести, они будут лететь просто. Да. И всех выносить. Ребята, какая это красота. Ladiestheworld.com — это сайт этого конкурса красоты, совершенства леди мира. А Евгения Бортник и Ольга Анисика сегодня у нас в гостях. Можно тоже найти их страничке в Фейсбуке и также, наверное, писать сразу же напрямую. Ну, а сегодня вас всех ждут, я прям произнесу, да, в Вайс-баре, пожалуйста, до 2 часов дня, там же будет и информация, интервью сразу с несколькими, не будем уже называть, европейскими телеканалами, которые будут там на Европу уже крутиться, потому как это мировой конкурс. Да. И во всех городах, которые сейчас названы, во всех странах, города, которым принадлежат, также будет информация о вас, уважаемые участницы конкурса. Ну и потом, наверное, та самая неделя в Майами тоже. Это время личностного роста, особенно в такой прекрасной среде общения, когда не будет никакой вот этой конкурентности, которая плохая и с темной стороны, а будет только именно содружество. Это как отпуск, как отпуск для женщины. Знаете, вот для мамочек, это будет отпуск вот 7 дней для себя самой. Для вот помоложе девочек, для мисок наших, да, это будет... отпуск и наслаждение там от работы и каких-то там учебы и вот таких мелких там дочеринских обязанностей перед родителями, да, и для уже взрослых женщин после 45 и там и старше, это будет как
performance experience. Даже не знаю, как правильно сказать, да? Это будет просто... Это объединить... Мы хотим объединить, да, мы хотим объединить просто все возраста. Конечно, не можем с детским объединить, потому что это совсем немножко разные категории, но вот именно среди женщин хочется так сделать, чтобы они не конкурировали, а чтобы они у друг друга учились, питались. Вот, да, старшие научили младших готовить борщ, а младшие научили старших красиво играть в шахматы, краситься, не знаю, носить яркую одежду и просто благоухать. И не бояться быть собой. Ребята, в этом конкурсе объединены все сферы жизни женщины, а основа на любви и свете. Ну что, Lady of the World называется этот конкурс, и ladyoftheworld.com – это сайт конкурса. Евгений Бортник и Ольга Аниська. До 2 часов дня сегодня вы еще можете встретиться с этими замечательными людьми. А я желаю только успеха и до встречи. Спасибо. Это программа «Говоря обо мне». Продолжайте, пожалуйста, ваши музыкальные субботы с Ольгой Тайсон-Шумовой. Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч.